Всем привет! Сегодня буду делать просто офигенный, на мой взгляд, станок из двигателя от стиралки автомат. Устраивайтесь поудобней, желаю приятного просмотра. Первым делом нужно снять с вала двигателя родной шкив. Для этой самоделки он мне не понадобится. Насадку на вал пришлось заказать у токаря. Цена вопроса 300 рублей. Thank you.
Первым делом нужно было придумать, как установить датчик тахометра, то есть датчик холла, вот этот вот, который будет считывать обороты с двигателя. Ну, я решил, что вот сюда приварил шайбу на защиту, и отлично сюда становится. Все, датчик установлен. Осталось только подключить всю электронику на станок. Вот как это примерно выглядит. На вал приклеивается магнит, а вот этот датчик, он считывает количество оборотов. Всю схему подключил, подсоединил. Сейчас буду показывать, как все это работает. Кнопка реверс. Все, теперь делаю станину, крашу станок и проверяю, как он работает. Вот такой, друзья, получился станок распиловочный, торцовочный, из двигателя от стиральной машины. С регулировкой оборотов, реверсом. Кстати, регулировка оборотов без потери мощности. Кстати, возвратный механизм осуществляется при помощи пружины. Далее, можно менять угол, высоту. Вот, допустим, сейчас он поднят. Поменяли угол 45 градусов, либо еще какой-то. Также по высоте его можно поднимать и опускать. Сейчас опустим. Вот он опустился, вот здесь вот, также поднимается, подняли, зафиксировали, все, вот он. Также он может по вылету регулироваться. Ослабляем этот болт, можно менять угол наклона, чтобы отрегулировать, также можно вот его. Как все это работает, друзья? Начинаем медленно поднимать обороты. С этой стороны я сделал отметки. Вот это 45 градусов, это 90 градусов. Сейчас он стоит на 45. Если ослабить поворотный механизм, встал строго на 90 градусов. Так, пробуем пилить под 45 градусов вот такую профтрубу. Вот такой вот станочек у меня сегодня получился. Честно говоря, не ожидал. Вещь отличная, просто работает на ура. Не думал, что 300-ваттный двигатель с 15 тысячами оборотов от стиралки автомат будет пилить металл в два счета. То есть мощности 300 ватт вполне достаточно. Самое главное, такие двигатели обязательно использовать с платой регулировки оборотов. Желательно тахометр устанавливать, чтобы знать, сколько оборотов, и на этой частоте продолжать пиление. Потому что если высокие обороты, это опасно. Может диск лопнуть. В общем, на самих дисках написано, с какой скоростью они должны максимально вращаться. Также можно вместо вот этого диска ставить диск по дереву. Выставлять обороты, которые предназначены для вот этого диска, и без проблем отпиливать бруски. Для меня достаточно два угла 45 и 90, поэтому я сделал шаблоны для их распила. Но в принципе можно любой угол выставить, какой вам надо, с помощью вращающегося простейшего механизма. На сегодня у меня все. Всем желаю добра, удачи и успехов. Спасибо за просмотр. Пока-пока.